Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но только информационный характер. Сегодняшнее видео по двум проектам, так как они от одного админа. Это Payer Bonus и Храп Game. Ну вот первый проект, нет, это уже второй проект. Payer Bonus, здесь вход в первый тариф всего, друзья, 11 рублей. Я хочу сегодня поставить денежку на вывод. Проект работает, платит, процветает. Все замечательно. Значит, где у нас так, ну, вывод средств? У меня 8,50 на балансе. И я их поставлю на вывод. Платежная система Payer. Видите, сумма у меня 8,5. Так, целую сумму надо ставить без копеек. А сюда адрес кошелька. Минимальный вывод отсюда от 1 рубля. Платит инстантом, друзья. Нажимаю вывод. Деньги успешно отправлены. Далее что, друзья? Какие у нас здесь есть новинки? Так... Сейчас вот появились инвестиции у нас здесь 110% в месяц. Это по желанию. Значит, теперь вы можете инвестировать свои средства от 1 рубля до 10 тысяч рублей под 10% в месяц. Это, сразу хочу сказать, это не хайп. Деньги будут работать в различных сферах интернет-бизнеса. Процент небольшой, но стабильный. А главное, с гарантированной выплатой. Если вот это, смотрите, если данный вид заработка будет не популярен или инвестиции не будут приносить достаточного дохода для обеспечения выплат по проценту, то данный раздел я закрою, но при этом все гарантированно получат свои вклады обратно. Плюс 10% прибыли. Так что скама не будет и никто не лишится своих денег. Равно и прибыли. Ну, далее тут почитать я уже не буду все зачитывать. Вот. Так, деньги выплачены. Сейчас я обновлю Payer. Так, вот, 6 февраля. Так, 6 февраля. Перевод выполнен. Payer у нас берет комиссию за вычетом комиссии. Плюс 7,92. Выплата с Payer бонус. И хочу теперь перейти вот к этому проекту. Храп Гейм. Храп — это такая игра. Здесь минимальный вход, друзья, 22 рубля в первый тариф. Я сейчас буду активировать первый тариф. У меня уже он активирован. Здесь я прекрасно работаю и зарабатываю. Но что я буду делать? Смотрите. Здесь нам еще дается после регистрации, кто, вот, например, сегодня кто-то зарегистрируется, зайдет на любой из тарифов, ну, допустим, на 22 рубля. Вы пишете свой логин администратору, добавляетесь к нему, время активации тарифа, и вам администратор начисляет плюс на основной баланс 22 рубля, и вы активируете еще один тариф. Вот. Вот такая тут плюшка. Давайте вот здесь. Так, сейчас информация о партнерам. И еженедельно здесь также начисляют бонусы. Вот сегодня я в режиме онлайн буду получать, как бы отправлю заявку на бонус. Смотрите, здесь постоянно список еженедельно обновляется. Списки на еженедельный бонус от 4.02. И вот мой логин. Смирнова Елена, 22 рубля. Ну, прежде всего я хочу что?
Здесь вот зачитать. Данный партнер обязан обратиться ко мне в личку до 11 февраля, предоставив свой логин и один логин активированного партнеру и дату активации очередного тарифа. Минимум тарифа номер один. Дата должна быть не раньше 4.02. После проверки реферала и даты активации тарифа будет переведен бонус на баланс партнера в размере 22 рублей. Здесь, друзья, смотрите, Skype. Так, и Telegram. И Telegram для России. Пожалуйста, присоединяемся и получаем бонусы. Значит, давайте я что сделал? Перехожу я в профиль. И у меня на балансе в данный момент 44 рубля. Я активирую тариф за 22 рубля. И 22 рубля я поставлю на вывод. Нажимаю «Активировать тариф». Тариф активирован. Время 9:39, 9:40 напишу. Я иду в Skype. Я телегу уже не стала, как бы. Так. Перевожу на русский пока. Пишу еженедельный. Еженедельный бонус. Так, точка. Мой логин. Так, пишу Елена. Так, опять логин. Так, логин активирован на партнера. Сейчас я скопирую логин, я отправлю вот этот, у меня есть. А, так, мой так, активация тарифа. Здесь сейчас напишу. Так. Активация тарифа 9:40. Так, логин активированного партнера. Вставляю логин и отправляю. Все. После того, как администратор проверит то, что я активировала тариф и моего партнера активированного, он мне начислит бонус в размере 22 рублей. И у меня на балансе 22 рубля, я их поставлю также на вывод. Вывод также от одного, друзья, рубля. Даже давайте, мне должен баланс. Вот, ага, 31 рубль у меня. О, как. Так, ладно, 31 поставим. Так, вывод. Payer, сумма 31. Сюда прописываем кошелек. Так, нажимаю вывести, вывод от 1 рубля инстантом. Переходим на Payeer кошелек. Это я закрываю, как видим, вот у меня 7.92. Обновляю я страничку. И, пожалуйста, с учетом комиссии, что у нас берет Payeer кошелек, 30 рублей прибыло инстантом на кошелек. 6 февраля. Перевод выполнен. 30 рублей 70 копеек. Выплата Храп Гейм. Все замечательно. Проект работает, платит. Здесь также, друзья, сделаны инвестиции. Можно и там инвестировать, можно здесь инвестировать. В общем, проект суперский. Опускаемся сейчас
чуть ниже. И такая же самая вот информация. Это все мы читаем. Это все, друзья, по желанию. Также Skype, Telegram. Присоединяемся. Получаем бонусы. Берем видео и заливаем себе на канал реферальную ссылочку и приглашаем. Далее здесь обучение и продвижение есть у нас, друзья. Вот программы расширения для заработка и рекламы. Далее доски для объявлений и рекламы. Буксы для продвижения. Группы ВК и группы на Facebook, где можно рекламить свои проекты. И также вот читаем все, как бы, и видео смотрим. Это все мы читаем и изучаем. Ну, в принципе, на этом все. Проектом я вполне довольна. Работает, платит. Как бы все супер. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!